нас встречала баскетбольная молодежная команда ЦСКА из Стамбула. И с большим плакатом таким «Добро пожаловать, ЦСКА». Мы пофотографировались, хорошая обстановка. И приятно, когда тебя встречают свои на чужой территории. Мы работаем вместе и под одной эгидой ЦСКА Москва, ну то есть и это детская школа, и очень интересно ученикам нашим познакомиться именно с профессиональными игроками, чтобы они равнялись на них, поэтому это очень хорошая практика и вообще повидаться. Я всей душой болею всегда за ЦСКА и думаю, что ребята тоже будут болеть, потому что, ну даже у нас же есть такие вещи, как Инстаграм, все следят друг за другом, и я смотрела, как они выкладывают все эти истории, следят за каждой игрой. Okay.